По стратегии с канала 100 раз нужно трейлинг стоп ставить. Он там пишет, что если профит достигает 1%, то он ставит без убыток рядом с точкой входа. И вот как раз при трейлинг стопе так и получается. Плюс 1% шорта. Это 0.13.14, и если вот процент отклонения, 1%, если в обратную сторону пойдет больше 1%, то закроется, тем самым получится без убыток закрыть шорт. Блин, тут еще целая наука. Не показывать снова. Защита цены, не знаю, что такое. Закрыть шорт. Вот, смотрите, появился зелененький пунктир. И с той стороны, оттуда начнет следить.